Капухина Юлия Николаевна. Капухина Юлия Николаевна. Вы блокируете в данный момент мой выход? Мы работаем в транспортном средстве, молодой человек. Мы работаем в транспортном средстве. У вас сейчас на данный момент вы не оплатили проездной билетик. Вы едете бесплатно, пользуйтесь. Откуда вы знаете, что я не оплатил свой билет? Ну вы покажите, пожалуйста. Ну я вам его предъявлю, но вы не мешайте мне подойти к выходу. Вы... Я подойду к выходу и вам его покажу. Вы сейчас можете показать? Нет, я сейчас не хочу показывать. Почему не можете показать? Ну, потому что я хочу подойти и показать. Нет, ну когда вы будете... Смотрите. Вот, вы препятствуете моему выходу. Почему я препятствую? Покажите билет. Вы препятствуете моему выходу. Вы оплатили свой проезд? Я оплатил свой проезд. Пожалуйста. Покажите, да и все. Сейчас вы блокируете мой выход. Из мы здесь работаем. Вы не имеете права блокировать мой выход. Потому что мы на улице не имеем права. На улице не имеете, в данный момент вы не имеете препятствий. Вы имеете право, покажите билет. Оплату проезда, вернее. Оплату проезда? Да. Ну, вы не имеете права блокировать мой выход. Что мы там имеем? Покажите правила, где написано, значит, что вы имеете право покажите, блокировать мой выход. Покажите правила. Где сказано, что вы можете блокировать мой выход? Скажите мне, пожалуйста, что вы имеете право бесплатно проезжать. А вы не знаете, проезжаю я бесплатно или нет? Вот, покажите. Но вы не знаете. На данный момент вы бесплатно едете. Нет, вы не можете этого знать. Вы не можете знать, что я еду бесплатно, нет? Вы едете бесплатно. Я не еду бесплатно. Вы обязаны предъявить. Я обязан его, да, предъявить. Но также вы задержите мой выход из трамвая. Вы не имеете права задержать мой выход. Нет, имею. Вы не имеете мое право задерживать? Нет. Где написано, что вы имеете право удерживать меня в трамвае? Вы едете бесплатно. Вы не можете знать, еду я бесплатно или нет. Вы едете бесплатно. Вы не можете этого знать. Едете бесплатно. Я еду не бесплатно. Покажите билет. Выход не блокируете мне? Вы билет покажите, пожалуйста. А вы выход не блокируете? Вы обязаны показать. Вы мне удостоверение свое по первому требованию не предъявили. Вы после по того, как вы первый, по первому требованию не предъявили мне удостоверение, я у вас спросила, вы становится не... Я у вас спросила проездной билет. Вы мне его не показываете. Вы мне его не показываете. Проездной билет предъявите и все. И у вас никто ничего не спрашивает. Хорошо. Не блокируйте мне выход. Не блокируйте мне. Что вы делаете? Вы что творите-то? А ты что творишь? В смысле, что я творю? Я хотел выйти из трамвая. 318 статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Удержание и применение силы. Все, прокурор разберется. Все заснято. Хорошо. Все заснято. У меня тоже все заснято. Отлично. Остановитесь, пожалуйста. Нормально вы себя чувствуете? Одного вчера задержали. Да, кстати, будет отвечать по всей строгости, может уходить. Мы к вам подошли, спросили проездной билет, вы обязаны, потому что я вы попросил в транспортном средстве. На улице вы не имеете права меня держать. Пожалуйста, уберите руки. Пожалуйста, руки уберите. Пожалуйста, уберите руки. Руки уберите, пожалуйста. Сейчас полицию вызывай. Вызывайте полицию, хорошо, вызывайте полицию. Стой, жди, раз ты мужчина. Я? Стой, жди. Хорошо. Раз вы мужчина. Руки-то уберите свои. Раз мужчина, мужчина, что вы ждите? В шоке просто. Еще толкают, не дают выйти. Вы едете в транспортном средстве. Вы на первую просьбу обязаны. Стойте, ждите. Вы обязаны предъявить свое удостоверение на первую просьбу. Я вы его не предъявили. Не предъявили. Мы не говорим, мы подошли. Все, я понял вас, все. Что это сейчас? Только что ударили в ногу. А ты меня посмотри. Вы препятствовали моему выходу. Все.